Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам. Теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. Для того, чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно. Вопрос о прозрачности совершенно понятен, и это нормально. Дело в том, что существует такое понятие, как стандарты раскрытия информации. Это понятие существует и имеет место быть в отношении каждой из регулируемых государством коммунальных услуг. Ежегодно регулируемые организации размещают на нашем сайте, либо на своем сайте, на общем доступе, и плановые, и фактические свои расходы. Таким образом, начиная уже со следующего года, каждый желающий может посмотреть, из чего складывается тариф, который формировал регулятор, из чего складываются расходы, которые понесла организация, и из чего складываются расходы, которые они планируют на следующий период регулирования. Любой желающий может это посмотреть. То есть где конкретно он сможет найти эту информацию? На сайте Алерона или у вас на сайте? Информация может быть размещена либо на сайте регулируемой организации, либо на сайте регулятора, на усмотрение регулируемой организации. Либо там, либо там. Вот так, прозрачность будет, но не полная. Скорее всего, когда-нибудь, наверняка, но это не точно.